Йордан идет вперед. Очень аккуратненько использует борт при передаче, чтобы партнер успел. Владимир Михосенок. Вот он как раз-то мог успеть. И шайбы коснулся, однако это ни к чему не привело. Ох, как опасно! И опять Лангхаммер. Как опасно! Подставление в одно касание. Вот видите, прострельная передача великолепная. По-моему, Воронин это был, который адресовал этот пас партнеру, но не сумел Илья Усов поразить ворота.